В связи со значительным похолоданием в Одессе открылись пункты обогрева. На Куликовом поле палатку установили волонтеры общественной организации «Христианская миссия. Новая жизнь». По словам представителей организации, в разных частях города будут работать еще 3 пункта обогрева – в Малиновском, Суворовском и Киевском районах. В городском департаменте труда и соцполитики уточнили, что подобные пункты устанавливаются на Глушко 32, Марсельской 20 и в сквере Георгия Гамова. В таких палатках нуждающиеся смогут получить горячий чай и питание. Пункт обеспечен тем, что будет обогреваться электроприборами, горячий чай, бульон, суп утром и вечером. И также будет оказана первая медицинская помощь по вечерам. Будем обрабатывать раны. И также ночью, вечерами будут работать психологи, выявлять причину, откуда бездомные люди, для того, чтобы их направить домой.